Вот такая у нас мама с сыном. Сын будет такой же на мордочку, вот как мама его. Кирилл, подожди. Да, я тебе покажу. Вот такая мамуся. Кто что-то еще-то у нас крутится-то, вертится. А, это прибежала. Девочка у нас такая есть. Неуемный ребенок просто. Вот такой мальчик с очень объемной головой и коротенькой мордочкой. Да что ж такое-то? Только бы вдвоем они сейчас мы тут бегать не взялись. Такой мальчишечка у нас с красивыми глазками, с такими же красивыми, как у Кирюшечки. Такой мальчишечка. Скажи всем привет! Привет-привет! Скажи, забирайте меня быстрей! Вот такая красотулечка у нас такая вот есть. Вот такой мальчик. Красивый. Вот такой малышок. Там у нас, если слышно, стонет Соня. Она думает, что это ее детей там взяли. На самом деле это вот такой у нас голубопалевый мальчик. И девочка, которая мешает нам этого мальчика снимать. Вот такой ребенок у нас. Морделька очень коротюсенькая. Мальчик весь хорошенький у нас такой, правильный. Это они кушали, я вот их забрала. Теперь он пытается руки мои облизывать. Девочка просто чудо. Вот они, брат с сестрой. Хвостик серпиком. Тип Коби. Вот он такой мальчик. Освоился. Теперь играть. Думает, что бы такое ему погрызть. Решил вот игрушечку немножко пожевать. Девочка, сейчас мы его так поставим. Постой вот так ровненько, спокойненько, постой чуть-чуть. Сейчас мы его как-нибудь остановим в ее движении. Ага, остановишь. Вот такой мальчишечка. С очень-очень короткой мордочкой. С большими красивыми глазами. Да. Он так внимательно нас слушает. Вот, смотрите, как я его близко снимаю. Так, он пошел сейчас девочку, свою подружку, свою сестренку пойдет искать. Видите, зовет ее. Куда ушла? Сейчас мы ее посадим. Вот она, твоя подружка. Они друг друга знают. Друг по другу скучают. Такие деточки. Да это же наши такие деточки. Так, вот он любопытничает, смотрит, что там такое. Очень аккуратненький ребенок, спокойный,
уравновешенный. Чего нельзя сказать вот о девочке, у которой шило в одном месте. Вот такой ребенок. Очень красивый. Тайские крови на нем прям очень хорошо проявились. Вот смотрите. Очень закороченная мордочка. Большие глаза немножко такие, как раскосые. Уши, уши встанут. Это вообще не проблема. Вот такой лоб у него красивый, объемный. Посмотри, подожди, ребенок. Вот такой вот, смотрите. Очень хорош. Пригож. Вот такой вот ребенок. Ни грыжек у него, ничего нету. Вот такой ребенок. Копия своей мамы. Ой, нахмурился такой серьезный. Так, сейчас еще подожди, я его сверху сниму. Так, давай, кривенок, куда-нибудь сюда сидеть, что ли, посадить. Вот вроде хорошо видно. Так, цветовая гамма. Вот это тут голубизной, голубопалевый. Во взрослом возрасте ее нет. Вот если приглядывались к Кирюше, у нее немножко вот здесь в области головы просвечивает голубизна. А так она ровного такого палевого окраса. Ну, подшерсток, да, голубой. Поэтому цвет называется голубо-палевый. Вот такой малыш. Хорош. Скорее всего, он будет типа дир. Потому что он очень на маму свою похож. И к тому же, что папа, что мама, они в одном типе. Тип дир. Вот такой ребенок. Хвостик-то там подними, чего ты уж. Вот такое чудо у нас. Такой хороший мальчик. Без брака, без всего. Идеальный малыш. Ну что ж, давайте взвешаем. Так, ноль, ноль. Так, давай садись сюда. Так, не мешайте нам. 735. Хороший, стандартный мальчишка. Он, правда, еще сейчас они кушали. Так, вот они выглядят издалека. Вот они маленькие, а то я их близко снимаю, потом люди приезжают. Вот такие два малипусика. Вот он мальчик. Мальчик голубопалевый. Без всяких подпалов и без всего. Вот такой малыш у нас. Ну что же, как говорится, продолжение следует. Смотрим следующего ребенка. Еще раз напоминаю, что это мальчик. Цвет голубопалевый. Вот с такими красивыми глазами. Немножечко большими такими раскосами.
и супер короткой мордашкой. Небольшой объемной головой. Вот такая у нас красотулечка есть. В поисках хозяина. Ну ты уже не спи, я ж тебя снимаю. Чего ты уж? Потом поспишь. Скажи всем пока-пока. Помаши так ручку. Вот такой мальчик. Скажи всем пока-пока-пока.